Здравствуйте, Светочка Кончура мне передала эстафету, что в сумочке у моих орхидей. Ну, сумочкой назвать это можно только с очень большой натяжкой, конечно, но у меня не так много препаратов, как у Светы. Простите, это морозильная камера издает звуки. Здесь, разумеется, не только препараты и удобрения для орхидей, но и для других моих растений. Ой, их, конечно, очень-очень много. У нас в нашем доме есть небольшие кладовочки. Ну, примерно 3 на 2,5 метра. В общем, здесь хранятся все мои принадлежности. Ну, конечно, не только орхидейные, но и разные другие. Это Rain Mix, всем известный. Такой вот. У меня все это в рабочем состоянии, все открыто, все заляпано, поэтому уж не обессудьте. Здесь мне привозили удобрения для цветения из Германии, еще немножечко осталось. Здесь вот тоже удобрение, было вот такое вот. Я его брала на выставке, почти использованное. Здесь, а нет, это бонсай, простите. Здесь у меня... Вот такое вот удобрение от Курлин, если я правильно произношу. Еще здесь у меня 100% органическое. Иногда слышно, что не употребляют органические удобрения для орхидей из-за того, что там навоз. Не всегда в органических удобрениях навоз. Органика – это и прекрасно перегнившие растительные остатки, которые очень-очень подходят нашим орхидеям. И, кстати, насчет... навоза или гуана, это птичий навоз. Никто не говорит, что пролетела птичка или слон и, простите, оставил свои экскременты на орхидеях. Все это разлагается, высушивается солнцем, разносится ветром и потом с дождем попадает на орхидеи в микроскопических количествах. Так что все это очень относительно и не нужно иронизировать. Вот такой вот, я его еще не пробовала, это новое мое удобрение. Затем Алгид Супер, очень хорошая вещь, когда вам нужно подтолкнуть ваши орхидеи к росту и развитию. Биплантол, я брала его у Швертера, тоже подходит орхидеям, особенно таким, как катасетумные и цимбидиумы. Есть вот такое вот наше удобрение, фитопан, тоже хорошее удобрение для орхидей. Простите. Что еще? Ну, здесь биплантол. Вот такой вот из супермаркета Lidl, тоже применяю. Ну, и вот там у меня кальций, магний и что-то еще препарат. Здесь у меня... полка с такими вот удобрениями. Здесь у меня осмокод. Удобрение 20-20-20. Мне когда-то присылала Мария с севера Греции. И до сих пор осталось. И вон там у меня английская соль. Тоже для применяется в качестве удобрения для орхидей. У меня нет, это от супермаркета бутылка, потому что испортилась крышечка. Вот такой вот тоже биплантол. Вытяжка такая была с гуана. Очень любят катасетумные и цимбидиумы. Ну и вообще любые орхидеи, которые любят поесть. У меня все подписано, чтобы никто ничего не перепутал. Ну и теперь здесь препараты от разных паразитов, насекомых. Препаратов много. В основном здесь препараты такие, которые не нужно разводить, они уже готовые и запыленные. Ну, что поделаешь, не всегда добираюсь сюда. Вот такие есть от улиток, от различных насекомых, от трипсов, от паутинного клеща. Ну, в общем, практически это всего. Есть еще один осмокод. Нет, это морозильник, это не я. Здесь еще одна коробка с препаратами. Но я сейчас повытаскивала здесь все.
Здесь у меня есть и препараты от грибковых заболеваний, от насекомых. Вот вы видите, здесь у меня от паутинного клеща. Что это у нас еще? Тоже от муравьев. Здесь вот такая вот акарицид, инсектицид. Что еще есть? Вот такой вот есть. Целлофлор. Актелик. Ну, препаратов очень-очень много. Практически все они использованы. Алиэт. Помбал. Очень большое количество препаратов, но я не буду сейчас все тут доставать. Вот это уже готовые препараты. Они биологические, не очень сильные, разумеется. Все препараты многократного действия, ну, допустим, где намешано 2-3 препарата, они слабее, чем чистые препараты. Но если у вас немного растений, то вполне удобно. Или на каком-то одном растении появились враги. Вот эти два препарата вообще биологические. Они сделаны из различных растительных масел. Кстати, я недавно купила еще один препарат, такой тоже новый. Адмирал известный. И вот этот новый препарат биологического растительного происхождения. Здесь вот различные масла. Эмульсия. Попробую, еще не пробовала, но если есть возможность применить биологический препарат, почему бы нет, я только за. Ну и здесь кальций-магний, но уже в гранулах, то есть рассыпаешь, и потихонечку с поливом поступает орхидеям питательные вещества, полезные вещества, кальций. Недостаток кальция вызывает грибковое заболевание, из-за которого мы можем полностью потерять растение. Кстати, есть видео на эту тему. Все мои препараты хранятся в коробках с крышками. Вот это я брала у Швертера. Тоже очень мне нравится. В порошке было, конечно, удобнее. Но что поделаешь, в порошке больше не было. Здесь остатки у меня удобрений. Ну вот, в общем-то, в общих чертах вот такие вот мои препараты в сумочке у моих орхидей. Спасибо, эстафету я передаю Леночке из Баку. Леночкин канал, будет ссылка на него. Элен С, Adenium Plus. И передаю Владимиру Маркину, всем нами известному и горячо любимому. Ссылки на их каналы будут под видео.